И вначале штормовой ветер обрушился сегодня на Архангельскую область. Особенно досталось Северодвинску. В большей части города Карабелов сейчас нет света. Ветер оборвал электропровода. На Султинском шоссе авария на водопроводе. Потому в части города нет и воды. Повалены заборы и огромные рекламные конструкции выворочены с корнем. Упавшие деревья повредили десятки машин. Все, в принципе, восстановительные работы по энергоснабжению произведены. Холодная вода, значит, подается. К счастью, социальные объекты у нас, значит, не пострадали в этом плане. Городская больница тоже работает в штатном режиме. Но оперативные службы все сегодня, значит, будут приводить порядок, значит, территорию города. По данным синоптиков, порывы ветра достигали 29 метров в секунду и в течение дня могут усилиться.